Неудачно сложились для наших хоккеистов прошедшие выходные. «Локомотив» в гостях уступил челябинскому «Мечелу», а «Лока» на домашней арене питерскому «СКА» 1946. В Челябинск железнодорожники приехали с грузом уже двух поражений подряд от тюменского «Рубина» и курганского «Зауралья». В этих встречах ярославцы смогли отметиться лишь тремя шайбами, чего явно маловато для успешного выступления в ВХЛ. Также, видимо, решил и тренерский штаб «Локомотива». В составе команды появились выздоровевший форвард Дмитрий Мальцев и защитник Павел Лукин. Молодые Шубин и Ворон остались вне заявки на матч. Однако, несмотря на все старания железнодорожников, перестановки не смогли благотворно повлиять на исход матча. По ходу встречи «Локомотив» имел преимущество и в бросках по воротам, и в опасных моментах, но сказалось отсутствие опыта. Более зрелый соперник не прощал ошибок, а вратарь хозяев вообще не баловал ошибками наших нападающих. Ярославцы проиграли 3-4.